Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Темно у нас тут, мягко говоря. А что новенького? Ух ты, здорово. Ха-ха-ха. А морской огурец, саженец, баобаба. Это что, карта древних город океана нам не нужна. Корнистая земля тоже. Какое-то дерево. Прям перед нами выхлебал. Офигеть. Короче, потихоньку идет перемещение. Да, территорию вот зачистили. Сделал тут вот... Почем ходить? Посадил... О, посадил, скажешь. Это у нас... Как они? Фонарики, которые делались из света камня. Который был... Как видите, здесь у нас кое-что подуменьшилось, мягко говоря. Но увеличилось вот здесь. Почти большую часть апгрейднута до алмазных сундуков, что, в принципе, хорошо. Комната под два портала. В будущем как раз-таки мы... Поставленный телепорт, который телепортирует нас... сейчас скажу, куда... Он нас телепортирует вот сюда, но проблема в том, что телепортация идет очень долго, что, молясь, скажем так, печально. Плюс у нас пороха нет, надо строить ферму криперов или что-то в этом роде. Вот, как-то, в принципе, так. И сегодня мы немножко, сейчас мы, да, выйдем отсюда. Сегодня мы полетаем по миру. Посмотрим на всякие достопримечательности, какие мы сможем найти. Так, судя по тому, что кто-то горит, значит, день настал, видимо. Я хочу слетать на корабль, во-первых, где он тут? Вот он. Посмотреть, что там, кто там спавнится. Надеюсь найти ферму криперов и отсюда вот каким-то макаром до сюда я донести. Может быть, если там будут криперы, то подогнать сюда коня и на коне просто, ну, взлететь и с коня спрыгнуть. И прилететь. Нашел вот здесь вот какую-то деревушку, когда летал случайно. Вот, здесь Стоунхендж. Тоже сюда залезем внутри, заберем изумрудный блок. Они нам, изумруды, очень даже нужны. Вот, и здесь тоже есть какой-то данж. Вроде как там как раз-таки босс. И мы сегодня на него тоже посмотрим. Но для начала нам надо с фейерверками разобраться. У нас их 61. Так, это я переносил все... Все ресы, по сути. Для... Да, у нас был стрим, на котором мы как раз-таки полетали, поубивали боссов. А, и новый мод, да, как же без него. Короче говоря, дайте мне одну книжку. Мы можем объединить все заклинания до 10 уровня, как я понял. Но до этого нам еще как до Африки пешочком. В плане до 10 уровня очень много. Нам надо прокачать типа. Сейчас я вам покажу. У нас есть вот здесь. Нет, сила. Да, сила и пронзатель. Сила не то. Где у нас сила вообще 5 уровня? Небесная... А, вот, небесная кара. Вот, мы можем взять и объединить ее до 6 уровня. Но... Проблема все, вот мы получаем небесную кару 6 уровня. 10 уровней там потратили. Слишком дорого нам хоть что-то устанавливать. То есть мы не можем отремонтировать, не можем никаких... вот, силу можем сюда, кстати, засунуть. Она будет 5 уровня. Так, подожди, а у нас есть сила 6? Я хочу попробовать силу сложить и сделать максимальную силу. Вот есть удача. Удача ставится вроде как на кирку, но она не влезет, пока мы не отремонтируем кирку. А чтобы отремонтировать, надо очень много убить. Кстати, сейчас проверим. Так, еще сила. У нас силы мало, что печально. Надеюсь, сейчас будет... О, сила 3. Мы просто можем сейчас силу достать из какого-нибудь этого. Сила 4. Добыча. Кстати, добыча нужна на меч. Но прикол в том, что мы на меч добычу поставить не сможем. То есть все, вот, типа, добыча. Слишком дорого. А он целый. Вот в чем проблема. То есть он целый, но мы уже ничего сделать не сможем. От слова совсем. Так, стоп. Сила. Так, хватит лайт, псина. Бесконечность, воспламенение. Подводник, подводник. Чего? Как вы задрали уже, а? Честно говоря. Вот эти пауки, которые тут летают во все стороны, они меня бесят. Я хочу сделать снеговика.
Я посмотрел одну прикольную штуку. Снеговик расстреливает всех. Снеговик расстреливает всех адским пламенем. Я хочу эту фишку проверить и попробовать ее сделать. Не знаю, получится или нет. Так, что у нас, получается, не хватает? У нас есть 27 уровней. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть. На сил. Да, кстати, ящик надо прокачать. Нет, это надо оружие смотреть. Острота. Отдача. Добыча бич членистоногих. Бича заговор огня, отдача, добыча прочность, отдача, отдача, прочность, отдача. Подожди, а сила может быть на луках? У нас на мече сила есть? А, острота, подожди, какая, а почему сила? Подожди, на что нам сила нужна? Нам сила нужна на лук именно. Так, значит, надо луки посмотреть. Короче, когда я все переносил, я, мягко говоря, жестко тупанул. Из-за чего у меня пропала куча предметов, что меня действительно опечалило. Вот из этого я вроде делал. А, нет, не из этого. Я делал из вот этих кристаллов, как раз-таки делал вот эти фонарики. Так, подожди, надо еще вспомнить, где у нас находится все. Я еще пока здесь не разобрался. Мы через пару серий, наверное, пойдем в другой мир и будем заниматься тем, что... О, кстати, даймон. В смысле? Это мы сделали прозрачный сундук. Ладно, окей. Я слышу, как они ходят. А, они же у нас прям тут, рядом. За скалой. Так, сила. Нам надо где-то взять силу. Так, во-первых, нам нужен порох. Хороший вопрос. А где у нас может быть порох? А, порох мы еще не переносили. Нам нужен порох, нам нужны фейерверки. Порох мы еще не переносили. 25 штук. А, нужен порох. Так, это мы скинем. Нужен порох и... Что еще нужно? Кстати, я хочу вот... Нестлер-бомб сделать. Бумага нужна. Бумагу сейчас возьмем. Я хочу, короче, из вот этого попробовать... Ну, что за... Урановый брик? Не знаю. Это, наверное, просто блоки. Но здесь есть вот такая печка. Скорее всего, это печка. И из этой печки можно будет что-то делать. И я вот хочу проверить, что это такое и с чем его едят. Вот эту печку. Типа посмотреть. Так, значит, нам нужна бумага. Мы сейчас сделаем себе фейерверков. Найдем лук, если я его найду. Так, а мы можем бумагу ведь соединять с порохом прямо здесь. Да, во. Хотя бы пару стаков фейерверков есть. Так, это мы скидываем, это мы скидываем. И это мы скидываем. Так, у нас появилось... Ну, а чё? Подожди. Фейерверк? Фейерверк. Чего? В смысле, длительность полета один? Чё? Не понял, почему у меня разные фейерверки получились, если я крафчу их из одного и того же? Очень странно. И очень странно, почему мы не смогли блок сюда засунуть. Видимо, они у нас там закончились банально. Да, это у нас максимально... А, нет, есть. Я же нажимал сюда. Так, это мы выкинем. Ну что, давайте поспим. Погнали, полетаем немножко по миру. И пойдем вольнем босса. Я его так называю, хотя там, ну, босс такое, типа, название громкое просто и все. Ну, посмотрим как раз, что он там из себя представляет. А, книжки на силу, да, я же хотел... А, подожди, а за чего я забирал себе книжки на силу? Книжки на силу. А, я же... Подожди, а у меня есть две книжки пятого на силу? Сила 4, сила 2, сила 3. Сила 4. Сила 4. Сила 5. Сила 5, сила 5. 24 уровень нужен. Вот, как раз давайте посмотрим, как будет работать починка. Что-то монстров как-то много стало с вот этим вот. Так, у нас 10498. Блин, теперь отовсюду эти ушлепки прут. 10408. Так, а теперь у нас 10498. 10498. А так 10509. А, то есть мне нужно именно убивать.
А я думал, опыт будет автоматически идти просто когда я чинюсь таким макаром. О, это жесть. Хватит меня бить. То есть мне надо вот так вот убивать всех? Да, не всех получается одного удара убивать. А я думал, она ремонтироваться будет просто за счет того, что я... Да, я немного разочарован, мягко говоря. Ой! О. Так, сейчас я... Блин, я не то делаю. Похаваю? А, я не могу, да? Куда я убрал ковер? Да хватит. Все. А то начинаете тут опять свое. Лука нет зачарованного? Нету. Короче, мне надо убивать именно вот этим, чтобы хоть что-то выбить. Я понял. Такое себе. Ладно. Такое себе. То есть я смогу добывать уголь и кварц. И свето... Нет, уголь и кварц. Светопыль не считается. И тем самым отремонтировать инструмент. Так, 24 уровня нам надо было, чтобы запихнуть сюда побольше силы. Так, где она у нас? Небесная кара, сила, вот, сила. 27-й? Как 27-й? Мы же 24-й только что смотрели. Что поменялось? Непонятно. Да, и надо сделать ферму криперов. 26-й, давай 27-й. О, 27-й, спасибо. Дальше неважно. Скелетов и сушителей выбивать, чтобы сделать больше порталов. Порталы работают криво, в плане того, что нужно огромное расстояние. Точнее, если чем больше расстояние, тем дольше она будет грузиться, и тем дольше мы будем заниматься всей этой фигней. Сила 5. Подожди, зачем мне сила 5? Мне нужна сила 6. Где сила 6? Сила 5. 36 уровней. Так, сейчас, секунду. Так, все, я форманул себе 37-й. Кстати, вот по поводу, я сейчас просто думал, там же у нас есть мод на 5 новых миров, там, который добавляет еще темный мир, где там надо на кровати в темной комнате спать, лечь, и ты там появишься. Ну, это не суть. Вот, прикол в чем этого мира? В том, что, ну, вот я типа сейчас думаю, так, 6-й, прочность, бесконечность, а тут пронзатель, ну, тут пронзателя нет. И вот в чем прикол? А, я могу дальше тебя прокачивать? Гребаные пауки опять. Ну да, сейчас уже нет. Я лук могу дальше прокачивать, что странно. То ты не можешь ничего прокачать, то ты можешь прокачать. Так, я там навыбивал всякого. У меня... Кто это? А, это торгаш. А почему у меня звук был телепортации эндермена? Потому что он за стеной стоит? Как они меня задолбали, эти эндермены. Так, ладно, давай пока скинем все сюда. Так, это забери. Спасибо. А почему я не убил эндермена с одного удара? Отдай мне факел. Так, факелы есть. Блин, дерн опять валяется, бесполезная фигня. Короче, ладно, полетели. Иди отсюда, пожалуйста. Чё, начнем, наверное, с... А, так... Начнем вот с этого корабля, посмотрим, кто здесь. Там вон башенка есть. Воу. Воу. Это кто такой? Почему у тебя на голове... Почему он стреляет огненными стрелами? Оу-оу-оу. А, они днем горят! Я сначала не понял, что за приколы. Они днем горят, это эти. Как его? Как их звать-то? Они днем горят по причине того, что они же ночные существа. Они ночью за тобой приходят, чтобы тебя убить. Так. И мы тут навыбивали... Да-да-да, мы эту фигню выбиваем с них.
Но они меня трогать не должны. Они как раз поэтому и горят. Надо вон до той штуки добраться. Скорее всего. О, ребята со свинками. Нифига себе, у них бошки прикольные. Спасибо. На этих наплевать глубоко. Глубочайше наплевать. Ладно, давайте всех убьем, а корабль потом залутаем. Прикольно. Здрасте. Это зомби какие-то странные. А, кадавр. Пойдем еще смотреть. Тут никого больше нету. Какой-то маленький кораблик. Получается, кроме лет... Давай притормозим. Что это за схема непонятная? Для чего она нужна? Все, все успокоились. Спасибо. Хоть не динамит, и то хорошо. Заберем все это. Надо чем-то дырку заделать. Так, во-первых, давай скинемся. Все, что можно скинуть. Мы нашли алмазные эти. Сила. Бесполезная фигня. О! Стоп, отдай. Это же самая лучшая штука. Все, дырка заделана. Так, забираем полублоки. Забираем свет. Ага, я вижу. Извините, но кадаврики мои. Тебе везет, что я от заговора огня не взялся ничего. Иначе я вас бы разложил, как нефиг делать. Короче, остались только вот эти чубрики, которые здесь будут летать. И это весь корабль? Я вообще как бы планировал... Ну, не планировал, я рассчитывал на что-то побольше, мягко говоря. Ну, там. О, ладно, окей. Так, а кровати тут нету? А то сейчас ночные существа придут. А мне с ними сражаться не хочется. Ага, спасибо. Печки уже не влазят. Хорошо, давай скинем лишнее. Короче, здесь золотая броня, магма-блоки, всякая фиготень. Кровати здесь нет, ну, благо мы... А, это угольный блок. Давай заберем. Прикольно, они типа здесь что-то плавили. А что в конце корабля? А, ну это просто лопасти. Тут ничего не заныкано. Ну, выглядит вообще шикарно, если честно. Постройка прям превосходная. Так, золотая морковка. Вроде как... Зелье исцеления. Золотая морковка — это самая топовая фигня, которая только есть. Если мне память не изменяет. Это самая топовая фигня, которая только есть. Так, ладно. Нам все пригодится когда-нибудь. Никогда не пригодится, пусть лежит. Угольные блоки по-любому пригодятся. Нам бы фейерверков набрать. Но зато здесь зелье исцеления. Что хорошо. Жалко, что они не стакаются. Тыквы. Ну, короче, вот такой вот лут вы можете собрать на корабле. Будьте внимательны и осторожны. Упасть с него реально. Так, чё? О, там спавнер. Там наверху спавнер летающих этих гадов. Все. Так, ради чего я сюда шел? Как у меня инвентарь так быстро забивается? Всякой всячиной. Ой, тихо. Надо стрелы забрать. Что еще? Сумку, вот это и фейерверки. Так, и здесь еще опять хилка. Ну да, давайте расставим все как... А, подожди, подзорная труба еще была. Не знаю, нафиг она мне нужна, как долго стрелы горят. Ну типа, зачем мне подзорная труба здесь? Можем вот так вот сделать пока что. Этот инвентарь все равно забит. Здесь типа аванпост этих ребят. Там в клетке может кто-то сидеть.
Так, здесь эти чубрики летают. О, броня их упала. Короче, с них можно выбить много брони. Но защиту 4. Если с учетом того, что у меня есть мод, который может помочь мне вытащить эту защиту, то это вообще имба. Это... А, это обтесанная древесина. А это светло-серая шерсть. Кстати, мне кто-то говорил, ну, давно я уже не играл, что вот этим... Да... Что кусачками можно очень легко светло-серую шерсть... Ну, шерсть собирать. Так, благо я бессмертен нападение. Зомби появились. Так, ух ты, жеваный крот, сколько тут всего. Так, блок золотой. Забираем. Так, давай посмотрим, что мы там нашли. Перчатки на прочность и починку. Починка прочность 3, починка прочность 4. Меняем. Защита. Так, и что это такое? Несоздаваемое взрывное зелье? Левитации? Прикольно. Наверное, хрен его знает. Не знаю, прикольно, нет. Но мы здесь золото набрали. Светло-серая шерсть, кстати говоря. Кстати говоря. Для чего нам это сейчас надо? Понадобится, точнее. Блин, мне бы уже готовый вот этот вот, чтобы он автоматически здесь был. О, кровать из светлой шерсти. Давай спать ложиться. Точка возрождения установлена. В смысле? Серьезно? Я не могу спать, пока рядом есть монстры? Дружище, ничего личного. Мне ты нужен, чтобы спать лечь. И, кстати, криперы, да, очень нужны. Все, теперь нормально? Ну, блин, я бы себе забрал этот корабль. Походу, надо наверх лезть. Да, походу, чтобы спать лечь, надо лезть наверх. Прикол в том, что они ведь тоже могут сюда при это прийти. Я просто хочу днем лететь, босса смотреть и деревню, ну, чтобы меня ничего не отвлекало. Ну, красота. Вот, а по поводу мода, о котором я так долго думал, скажем так. Чем он прекрасен? Мод прекрасен тем, что... Так, кстати, а где мы там убивали криперов? А, вон там мы убивали криперов. Вот, он прекрасен тем, что... Да вы хватит там умирать. Потише, ребят, можно? Спасибо. А ты как здесь очутился? Непонятно, ну ладно. Вот, он прекрасен тем, что он типа добавляет 5 боссов новых. Но минус в чем? Минус в том, что... Кроме боссов, монстров и монстров, из которых выпадают ресурсы, либо же из этих монстров будут выпадать ресурсы, либо же из этих монстров будет выпадать этот, как его? Так, это данж. Где мы там? Нам куда вообще лететь? Нам вперед лететь. Вот, короче, либо из монстров будет выпадать руда, плавленная или не плавленная, не помню, в которую мы потом в будущем будем плавить. Либо же мы будем копать эту руду. Это типа в первом мире. Чтобы попасть во второй мир, нужно нафармить этой самой руды. Но прикол в том, что кроме руды и мобов одних и тех же, там больше ничего нету. Оп, это что такое? В этом, короче, вся печаль. А, это та самая деревня? Да. Вот, в этом вся печаль, что кроме мобов и руды. А, подожди. А чё это так? А где сундук? Подожди, а где сундук? Мы что-то сундук в тот раз находили. Вот, короче, кроме мобов, там больше никого нету. И это печалит из-за того, что там одни и те же мобы будут всегда попадаться. То есть мы сначала видим одного цвета мобов, потом мы видим этих же мобов, но в другом цвете, но с тем же функционалом. Потом мы видим в других мирах те же самых мобов, только другого цвета. Здрасте. Это кто у нас? Это кадавры. О, здрасте, кадавры. Короче, кадавры живут вот в такой вот локации. У них тут эндер-жемчуга есть.
Давай пока скинем все и поищем, что у них тут еще есть. Я арбузики вижу. Здрасте. Книжные полки нам не нужны. Зачем? У нас и так книжных полок много. Меня интересует другое. Голова игрока... Да, голову игрока сделали прикольно. Кто такие кадавры? Хороший вопрос. Так, кактусы. Это арбузы. Спасибо. Так, жареное мясо. Да вы тут, я смотрю, гурманы. О. Я смотрю, вы тут гурманы. Так, что у них еще интересного есть? Блин, кстати, арбузов тут так-то много. Так, мы два домика залутали. А что, я не могу сюда пройти? Тут кровать и лестница наверх. Куда? А тут печка стоит. Я думаю, что это за фигня? А это тут такая вот прикольная деревушка есть. Там еще какая-то пирамидка была, мы сейчас в нее сходим. Здрасте. А это что? А, это люки просто. А, это типа вода их. Ой, не нравится мне, чем вы меня стреляете. Извините. Ничего личного. Ой, смотри-ка, лаймовая шерсть. А вот у меня, кстати, лаймовой шерсти вроде и не было. Как раз. Мне жалко, что... Кстати, а вам интересно, на ножницы можно починку сделать? Можно ли на ножницы сделать починку? Опять зомбаки где-то. Но это зомбаки кричат, это не кадавры. Как бы разница есть. Есть зомбаки, есть кадавры. Что это такое? Вот это. Это глава игрока. Ну, это нам не надо. Да, подожди. А, это желтая шерсть. Я думал, это этот, как его, блок. Так, они здесь что-то охраняли. У них тут стрелы. Я противников, кстати, не вижу, мягко говоря. Так, немного золота с железом. Немного золота с железом. Такое чувство, что все эти деревни очень сильно приносят много золота и железа. Обработанная несоздаваемой зельем стрела. Чё такое? Я сейчас прочитал. Короче, у них тут бирюзовая шерсть. Что прелестно. Я не знаю, есть она у меня, нет. У меня не было бирюзовой шерсти, скорее всего. Так, спавнер с... кем? С фейерверками? В смысле? Окей. Чё, в смысле спавнер с фейерверками? Типа оттуда фейерверки спавнятся, что ли? Или как это работает? Чё-то я сейчас не понял, как работает спавнер с фейерверками. Это что такое? А, голова игрока. Да, голов игрока сейчас придется набрать, что мне, в принципе, не надо от слова совсем. Но мы сейчас тут еще и железо наберем. Ну, я вам это показываю, чтобы вдруг вы попадете когда-нибудь в такой биом и такие фигакс, и найдете такую деревню. Чтобы вы понимали, есть ли вам смысл в ней вообще тусоваться, в этой деревне. Так, как видите, да, если вы такую деревню найдете... то обязательно ее фармите, потому что для самого старта вам все пригодится. Давай уберем фейерверки, не хочу спавнер с фейерверками. Не нравится он мне, мягко говоря. О, тут даже слизь есть. Я, наверное, следующий мод, который, если у нас и будет, да, то это будет индустриалка какая-нибудь. Блин, как клево. Ну да, то, что все замерзло, это потому что мы тут молодцы такие. Что-то кадавров-то не так много. Так, думаю, арбузов мне уже хватит. Давайте долутаем оставшиеся. Мясо есть, прикольно. И будем потихоньку отсюда сваливать, как раз-таки валить босса. О. Так, лаймовая керамика. Лаймовая 6, у нас уже есть шерсть лайма. Поэтому нам еще собирать не надо. Так, и последнее, это золото. Блин, ну реально, ну, пустыня прям шик. Смотрите. О-о-о, дубовые листья. Красота. Так, а где у нас... А, вот пирамидка Липтон. Мы к ней как раз и идем. Я думал, что если там будет спавнер с криперами, то мы сможем его забрать. Это что такое? А, желтая керамика. А вон летает босс наверху. И мы нашли шахту с... пауками.
Но это нам не обязательно было. Мы это, конечно, заберем. Нам тут чисто, по сути, порох нужен. Так, это вот сюда. Да, благо у нас... А, у нас же теперь вся картошка сюда скидывается. Точно, мы же установили в тот раз эту штуку. Офигеть. Так, стоп, подожди, верни-ка меня сюда. Это, короче, пещера. Ух ты. Блин, как меня радуют шахты, пещеры, всякое такое. Блин, смотрите, бублик. А, прикольно. Так, подожди, я здесь что-то видел. Вот здесь какая-то локация есть. Что это там такое? О, это, кажись, то, что мне надо. Мы... Это что такое? Красный камень? А что из красного камня делается? А, ну это типа... Все, в простонародье красный камень. Короче, это у нас конюшня. Зомби-лошадка. А, там пока не знаю, кто. Еще одна зомби-лошадка. О, лошадь-скелет. Блин, слушай, а мне... А. Мне сначала показалось. Там зомби еще обычные есть. Это кто? Зомби. Не надо нам зомби, спасибо. О, прикольно, да? Это типа конюшня? Или что это? Ну где ты тут? Пошел вон. Здорово, пока. Так, все, остались только лошади. Это место, короче, надо бы отметить. Давай посмотрим, что мы тут можем набрать. Пузырек опыта, стрелы. Там ничего нету. Блин, короче, да. Мы сейчас лутецкого наберем. Так себе лутецкий, конечно. Но это больше, чем есть у нас ничего. Я просто хочу попытаться сейчас всех лошадей приручить. Только вряд ли получится, потому что... Ой, стоп, верните, пожалуйста. Потому что я не знаю, чем их приручать, этих лошадей. Ну, точнее, нет, вру, я знаю. Обычных лошадей приручают яблоками. Но у нас-то яблок нету. Можем попробовать скормить им картофанчик, как вариант. Ну, можно взять. Попробовать чисто. Так, тут больше ничего нет. Тут кровати много. Кстати, а кровати нам нужны? Это типа то ли конный двор с армией был. Ну, типа, знаете, это армейские кровати. Ну, как так это объяснить-то? Казарма. Во, все, слово забыл. А здесь типа хавчик готовился. О, серьезно? А я яблоки искал. Так, забирайте, 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 забирайте. Яблоки как раз. Может, сейчас получится яблоками их накормить. Да, и типа труба тут такая. Ну, типа тут труба есть. Так, а тут что? А тут просто сундук с, с броней и всем остальным. Так, во-первых, надо поспать. Благо, кровать-то у нас есть, да. Так, это верстак, это неинтересно. Блин, я в конюшне еще не был. Ну вот вам, да, еще и... Если найдете конюшню, то вперед. Так, секунду. Так, продолжаем. Нам надо... О, да, в пути не застрять. Нам надо что? Во-первых, они не горят. То бишь, скорее всего... У них все в этом плане хорошо. Поэтому нам надо сейчас поспать, пока ночь. И попробовать приручить их. У нас есть яблоки, почему бы не попытаться приручить их? А, прекрасно, я в паутине встал. Я почему-то подозревал, что так будет. А, это окно. Так, а здесь больше спусков никаких нету никуда? Видимо, нету. Здорово. А я могу на тебя сесть? Я не могу на тебя сесть. А я могу на тебя сесть? А чё, я не могу приручить эту коняшку? На, держи яблоко. Подожди, может это мертвые коняшки? Раз это мертвые коняшки, может быть... Лошадь-зомби. На, держи. Но мозгов у меня нету. Может пустой рукой надо сесть? Нет. Странно. Ну ладно.
Ау. Ну чё, погнали в данж? Я, конечно, надеюсь на то, что мы найдем спавнер со скелетами. О, с криперами. Прям дичайшая надежда на спавнер с криперами. И первый у меня это зомби. Отдай. Отдай. Ага, все, ладно, погнали наверх. Осветляем. Давайте сначала всех зачистим, а потом будем думать о жизни. Маленький, иди отсюда. Так, идем дальше. Оу, хитрожопый гад. Так, не спешим, не спешим. Ну, тут хотя одни скелеты. Да, блин, да, это, знаете, как та башня. Чем выше в лес, тем больше... Чем выше поднимаемся, тем хреновый пол. А, кстати, они подпрыгивать пытаются зачем-то? Да, там вообще жесть. Ага. Так, 11 факелов. Надо помнить об этом. Простите. Оу. Так, стоп. Угу. О, босс уже появился. Какой ты снайпер? Какой я снайпер? А кто по мне стреляет? А, это все еще эти. А, что-то за лютый босс. Простите, извините. Походу, зомбаки горят. А! Хватит. Да, геморрой, конечно, с вот этими вот подъемами и спусками непонятными. Блин, у меня сейчас уже нервный тик начнется. Так, тут факел поставили, тут поставили. Идем дальше. Тут поставили, тут поставили. А где у нас скелеты остались? Опа, ёб твою! Ах ты, говно. Все, готов. Все, это босс был. Вот, все, мы босса завалили. Так, что с него упало? Мясо, стрела и кропаль опыта. Кстати, факел, наверное, развалится. А, это ты кричал? Блин, первое, что не было. Не было... Блин, я рассчитывал не на это. Во-первых, я рассчитывал на... Конечно же, на этого. Как он называется-то? Я рассчитывал на... Давай вот этот рюкзак возьмем. Тут вообще ничего нету. Рассчитывал на... Как он называется-то? Все слово из головы вылетело. Блин, это хлам всякий. Давайте хлам оставлять здесь, реально. Рассчитывал... Так, где моя еда? Рассчитывал не на это совсем. Так, это мне не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо, не надо. Я рассчитывал на махач с боссом. Ну, во-первых, то, что он меня одной стрелой выкинул в соседнее государство, это, конечно, опечалило меня немножко. Ну, то, что он настолько мощный. Так, отсюда забираем тогда... А, ну можем же вот так сделать и забрать только вот это. То, что прям может пригодиться. А, да, короче, эту башню, ну, ради деревянных мечей и деревянной всякой фигни. Ну, хавчик тут какой-то есть. Ну, ладно, золотые инструменты пошли. Ну да, спавнеры скелетов, спавнеры зомби того не стоят. От слова совсем. Тихо. Нас уже никто не поджидает, так что можно аккуратно все сделать. И все аккуратненько скидывать. Да, лут, конечно, такой себе. Да, мы, конечно, мы спавнеры оставим. Все равно спавниться никто не будет.
Потому что мы же все заблокировали. Так, ну тут ладно, тут еще можно все взять. Тут, в принципе, тоже. Ну, какая-то броня есть, но, скорее всего, на самом верхнем... Во-первых, я думал, что из босса что-то выпадет. Спасибо. А вот. А оказалось, что из босса ничего не выпадает. Это прям опечалило меня. Немножко железа. Ну, если подумать, как стартовый лут, в принципе, ну, более... Нет, деревни лучше. А, подожди-ка, смотри-ка. Подводное дыхание. Ладно, согласен. Как лут, в принципе, интересно. Так, факелы мне отдай. Да, тут даже зелье стремительности, зелье исцеления. Куча зелья исцеления, подводное дыхание. Ну, в принципе, ладно, согласен. Чё-то да есть. Но это, скорее всего, все нужно... О, прочность 10! Теперь будет попадаться топовая прочность. Офигеть! О, смотрите, хлебушек, компасик. Ну, я знаю, что правильно компас, я в курсе. Так, и крыша с боссом пустая, чтобы вы понимали. Блин, эта арка прикольно сгенерировалась, если честно. Короче, ладно, 10 прочность. У меня прочность 5. Можно свою 10 залепить. Если я ее починю в 0, то я, скорее всего, смогу залепить 10. Да, офигительно просто. Так, ну что, давайте еще полетаем. Посмотрим, что мы здесь можем найти. Ну, какой-то домик есть разрушенный. Давайте сюда зайдем. Да, здесь всякий хлам. Блин, прочность 10. Офигеть. Да, здесь чисто хавчик. 10 прочности, офигительно. Но, да, золотые яблоки есть. Так, ради чего можно здесь... Ну, это тот же самый данж, он нам не интересен. Это что за... Там... Это что такое за пустыня? Что такое за биом прикольный? Там какие-то кости лежат. Может быть, это огромная тварь. Ну, вряд ли тут такая обитает, это просто сделали, да? Так, да, нашли кости. А, костяной блок, гладкий кварц. Ой, тут ящерки. Здрасте. А их много? Слушай, так получилось, что я очень хорошо убивать начал. А они тут просто... Так, вот это лучше не трогать, вот эту траву, она тебя тормозит. И чё, здесь больше ничего нету? Прикольный биомчик так-то. Какие-то деревья стрёмные. Ау. Это ты меня? Заберем. Ух ты, а чё за деревья? Не, нам интересует меня вот это вот интересует. Чё это такое? Фрукт юкки. А почему юкка растет на деревьях? Не, я понимаю, как растет юка. Прекрасно. Но почему она именно на деревьях растет? Кстати, да, деревьев нам надо много. Как оказалось, у меня... Вот это замедляющее. Как оказалось, у меня обширная в голове мысли, как что строить. И юка иногда нужна. Короче, это череп какого-то... Скелет, точнее, какого-то этого. Динозавра или еще кого-то. Тут какая-то вот непонятная постройка. Спасибо. Там кто-то есть? Это кто? Пустынный воин. А, это эти. Лучники хреновы. Да, из него краситель выпадает. О, верблюд! Давай верблюда украдем. Да, верблюд. Интересно, получится украсть верблюда. Я смотрю, тут развалин много. Блин, солнце светит ярко-ярко. Отдай мне. Отдай мне кирку. Офигел совсем, кирку у меня украл. Так, еда нам пока не нужна. У нас какой-то сундук еще забит. Вот этот забит. Давайте мы его тогда поставим пока что вот сюда. И пока что вот так вот сделаем. Где у нас кровать есть? Мясо есть. И спать ляжем. Пока квадратное солнце уходит в закат. Главное случайно не помереть. Ну, для этого, кстати, шансов у меня примерно нету, потому что,
Ну, как я могу тут помереть? Так, нычки никакой нету под песком. Песок, кстати, тоже нужен был мне. Я стекло добывал. О, еще одна пустыня, еще какая-то красная фигня. Сейчас обязательно посмотрим. Ну, это данж, понятно. Это не дырка, наверное. О, деревня, кажется. Ну, во-первых, сходим вот в эту фигню. Она где-то там. Так, ну да, погнали. Верблюда пока мне пофиг, мягко говоря. Так, да, мы уже приближаемся к ней. И вот она. Это... Что это? Это типа портала... Так, аккуратно. Да, это типа портала, который сгенерировался очень криво. Так, давай схаваем. Забирайте песочек, забирайте вот это. Ой, стоп, подожди, мне стрелы отдайте. А у меня тут стрелы лежат где-то? Да вроде нет. Тогда... А, стоп, подожди, у меня здесь кровать лежит. Почему у меня кровать забрали, непонятно. Так, забираем вот это. Может, когда-нибудь где-нибудь пригодится или просто переплавим. Так, что у нас нового открылось? Непонятная фигня. Погнали. Я за любой непонятной фигней. Короче, здесь есть пустыня, где можно будет накопать песочка. Вон эта непонятная фигня. Да, я правильно понимаю? Не, стоп, подожди. Я ее пролетел. Это непонятная фигня, это дырка от шахты. Да, единственное, что мы не нашли с вами, это в Эндермире я не нашел... Так, опять данж, опять деревня. А я деревню видел где? А, вот деревня-то. Я не нашел место с этим, с газом. Здрасте, крестьяне. Блин, песчаная деревня. Прикольно. О, маленький какой, клево. А, они на кровати прыгают. Блин, не хочу, чтобы эту деревню случайно уничтожили. Так, ну тут голем ходит, уже хорошо. Да, ребята в пустыне живут. Хотя, чем мы их обворовываем? Я же сомневаюсь, что я сейчас найду у них топовые ресы какие-нибудь, да? У них тут трава растет. Здорово, голем. Тут кузня есть. О, привет, кузнец. Кузнец с едой? Странно. А кузнец, чем ты барыжишь? А, углем. Кошка! А у меня рыбы нет. Блин, можно было кошку с собой взять. А так как я летаю, кошка бы автоматически телепортировалась бы за мной. Значит, вероятность того, что кошка бы за мной прибежала, была бы огроменная. К сожалению, у меня нечем. Мертвые растения нам не нужны. Так, подойдем вот сюда. Ух ты, вы видели, какое там дно прикольное? Так, подойдем сюда и посмотрим, что у нас еще интересного тут есть, кроме пустыни. Да вроде... О, пирамидка Липтон. Ну-ка, пойдем. Посмотрим, что там за пирамидка. Если я правильно лечу. Да, правильно. Так, и пирамидка должна быть где-то в... Тута. Вот она. А, это, наверное, та самая пирамидка, которая в данж вела меня. Это что такое за два домика? Это данж, это понятно. О, привет, дружище. Зачем я так делаю? Здорово, кадавр. Почему мне это напоминает? Скажи, что ты не упал. Пожалуйста, не подходи сюда. Молодец. Тут вода где-то. О, а ты яблоки ешь? Прочность 6. Короче, мы сейчас будем находить топовые ресы. Блин, я так рад. Как же я рад, что мы сейчас прочных ресов наберем. Это что? Откидывание 2. Ну, это да, это такое себе. Так, а и тут 2 только сундука. Хорошо. Так, тут ничего больше нету. Это типа...
чего? Не знаю даже, как это назвать. В любой непонятной ситуации выныриваем. Короче, это пирамиды, это, я так понял, это этот... как он называется-то правильно? Данж. Правильно, да, все правильно. А, это ты? Я думаю, это кролик так кричит. Ты ж меня напугал немножко. Так, где тут нычка ваша? Ах ты! Дайте, я уберу. О, привет. Это нам не надо, спасибо. Так. А, нычка-то здесь. Стоп, подожди-ка. Так там есть помещение? Охренеть, тут помещение. А, так вот, что это? Так подожди, там тоже такая фигня была? Да, там тоже два помещения. А это пирамида, кажись. А вот вторая пирамида. Охренеть. Ну ладно, по пирамиде гуляйте. Может, мы как-нибудь погуляем? Просто это очень... Так, еще одна пирамида. Да, тут дофига все. И что нам... За что мы тут боремся? Мы боремся за... За престол. Мы боремся за... Всякий хлам. Но нам интересен не хлам. Нам интересен порох хотя бы. Так, а дальше там ничего нету, да? Все правильно? А то сейчас еще какая-нибудь нычка будет. Будет совсем обидно. Да, вот это, конечно, молясь, не нравится мне. Так, стоп, подожди, там еще одна нычка. Так, забираем вот это, забираем вот это. И забираем вот это. Тут больше ничего нету, да? Блин, прикольные данжики добавили. Ну, типа, если бы мне надо было... Ну, с кадавров ничего не падает, как я понял. Да? Поэтому... Да, тут еще не все эти... Как они там называются-то? Не все сундуки расположены. Так, ладно, давай быстренько перекидаем лишнее. Да, ну, слушайте, все равно какие-то зачарования топовые есть. Подожди, а что у нас тут лежало? У нас тут фейерверк лежал. А, у нас же израсходовался фейерверк-то. Да, больно было немножко. Стоп, куда нам? А, нам вот сюда. Я красавчик. Привет. Пока. Так, короче, вот такой данжик у нас здесь. Ну и огромная пирамида с кучей непонятного, где можно что-то лазить, искать, что-то добывать. Ну там просто огромный данж, как и лабиринты. Так, еще один скелетный черепочек. Тут у нас ничего вроде нету из такого интересного. То есть пирамида это у нас была где-то вот здесь. Вот она. Подожди, а это такая пирамида хоть? Не, это огромная пирамида. Это, как я понял, пирамида с ловушкой. А это огромная пирамида, в которой куча данжей. Ну, может быть, мы на следующей серии в нее сходим. Хотя... Да посмотрим. Вообще, надо лететь уже в этот, в другой мир. Ой, а я думал, это лока... Да, вот пирамидка, кстати, стандартная. Стандартная пирамидка. И, короче, везде здесь можем находить вот эти вот штуки. Что это такое? Бич ленистоногих пятый. Прикольно. Пойдем пирамидку залутаем, Липтон. Там никого нету, только данж. Центр, да?
Это я помню. О, это первый нормальный данж. Первый нормальный данж, который у меня был. Изумруды, изумруды, алмазы, золотые яблоки. Красота, а не данж. Че еще сказать? Зачарованные золотые яблоки, да. Да, башкой я бьюсь, конечно, больно. А, странно. Ну-ка, стоим ровно на фиолетовый. О, все, супер. Так, и получается что? Можем пролететь вот здесь, посмотреть на новые какие-то деревья, новый биом. Мы здесь в таком даже еще и не были. Что это такое? Непонятные деревья. Так, во-первых, схавать надо мяско. Во-вторых, где наша подзорная труба? Я, кажется, что-то вижу. А, нет, это овечки. А что я там увидел тогда? Походу, это овечки я увидел. Да, походу, я увидел именно овечек. А, нет, смотри. Деревня жителей. Такую мы уже примерно видели. Давай здесь кровать кинем. На солнце посмотрим. Очень ярко. Вообще ничего не видно. Такое чувство, что он зайчика словил. Так, можем спать лечь? Пока нет. Пока солнце еще не зашло. Что это за древесинка, кстати? Сосновое бревно. Хм, давайте его срубим. Почему бы нет? Кровать, кстати, пропадает, интересно. Я не помню, она вроде не пропадает. Ну, когда ты типа это. А я не падаю почему-то? А вот теперь упаду. Да. Зато мы сосновых бревен наберем на будущее. Тоже для декора где-нибудь что-нибудь пригодится. Хотя я не такой прям декоратор, чтобы прям да-да-да-да-да, но все равно. Да если что, на крайняк пережарю в уголь, в древесный. Так, что мы тут надыбали, просто упав сюда? Вроде ничего ценного. Кроме одного домика. Жалко, что коняшек. Надо, кстати, посмотреть, как этих коняшек приручать. Потому что что-то как-то обидно немного. То, что коняшки есть, а... А, это я помню, что за домик. Он мне не интересен уже. Он нам не даст ничего ценного. Кстати, зимнего биома... А, подожди. Это ой, там зима есть. Пойдем в зиму. Нам надо сделать снеговиков. Сделать башни оборонительные, в которых будут сидеть снеговики и наваливать противникам. Это деревня в лесу, судя по голему, это обычная деревня. Так, тут какая-то башня. Очень похожа на ту башню, которая у нас была. Да, это та самая башня. У нас мы такую уже исследовали с вами. Блин, прикольно, скалы тут, красота. Так, и зимний биом. Да, здравствует зимний биом. Самый симпатичный биом в мире. Ничего, почему? Потому что еще не прогрузилось. О, это джунгли. Подожди, в джунглях есть храм джунглей. Но его, типа, найти сложно. Это кто там? Это овечка и свиньи? Что? А, это бамбуковый лес в перемешку с... Да. Ладно, погнали домой. Сколько до дома? 1000 метров? Ну, погнали. Очень ярко. Прям жесть как. Но мы как-нибудь доберемся. Короче, вот такая неплохая вылазка. Завалили босса, к сожалению, с него никакого дропа не было. Очень жалко, честно говоря. Очень жалко, что с босса ничего не выпало. Если бы с него что-нибудь выпало, было бы вообще супер. Так, это похоже на стартовую локацию. Да, это она и есть. Мы здесь стартовали. Кстати, я случайно завалил панду. Так получилось. Я не хотел, честно говоря. Я просто случайно месил коров и стукнул ее, и у нас оказалось минус панда. Очень печально. Прям дико-дико печально. Что панды больше нет с нами. Ну да ладно. Вот так локация выглядит с высоты птичьего полета. Пока что тут ничего, по сути-то, и нету. Вот. В будущем, да, здесь появится и... Здесь у нас, наверное, будет загон под животных. Хотя нет, загон под животных я, наверное, оставлю вот здесь. Я подниму все и сделаю здесь загон для животных.
Вот. Только не из вот этого материала, не аметистовой ограды. А здесь я, наверное, сделаю ферму. Вот такую большую для пшеницы и картошечки. Картошечкам барыжим, пшеницу мы кушаем и ребят, точнее, кормим. Вот. А здесь сделаю что-нибудь, не знаю. Может, кстати, хлев надо сделать для всех. У нас плюс еще здесь будут утки, кролики, которых надо еще поймать. Кота надо поймать. Ну, да, чисто. Ну, короче, у нас минус два уже босса. Это, а почему, да, два-то? У нас получается минус два босса в аду, два босса в энде, это дракон и этот слизняк или кто он там. Потом вот этот босс еще минус, это уже итого 5. Но, к сожалению, выпала только башка с одного дракона. Ты что здесь делаешь, пес паршивый? Ладно, и на том спасибо. Ну, а в следующей серии, я не знаю, посмотрим, как пойдет. Я себе сделал здесь такие вот прикольные верстачки, они выглядят красиво, очень красиво, вот, и, наверное, в следующей серии я, не знаю, посмотрим, что будет, я сейчас пока поразбираюсь, подумаю о жизни, скажем так, игровой, что тут надо сделать, что тут надо придумать, вот, возможно, будет у нас база, ну, хотя вряд ли мы будем базой заниматься. Я что-то в этом сомневаюсь. Я, наверное, полетаю в Энди и поищу себе как раз-таки этот. Я в Энди поищу этот газ. Вот чем я займусь, наверное, поищу в Энди газ. Надеюсь, что я его найду. А, ну и территорию немножечко украшу, сделаю парочку загончиков. Скорее всего, стандартные загончики маленькие сделаю там, перенесу животных туда, подниму все это вверх, построю здесь им загон с животными, построю пару башен, не, наверное, со снеговиками, будем строить уже потом. У нас еще надо вспомнить, как там снеговик. Снег делается вроде снег, снег, блок, блок, и сверху тыква, и будет снеговик. Вот, надо их еще наделать. Ну и что у нас сосновых берез делается? Да ничего особенного. Просто самое обычное ничего. Красный, светопыль. Да, ничего. Вот мне непонятен компас природы. Нафига он нужен? А, плавит полтора предмета. Прекрасно. Ага. Тарелки делать из них. Лестницы и палки. Так, подожди. Соснового бревна, то, что сказали, делается из одного 8 палок. Правильно? Из одного. Из одного бревна делается 4. Нет, спасибо, не надо. 4 бревна. И из него... Нет, стоп, подожди, а как там палки делаются? Вот. Мне 19. Подожди. 8. Так они так и так делаются, палки. Это типа мне не придется пилить его, что ли? Это типа я могу вот так сделать и сделать из него палок просто много. И все. Ну, это типа, чтобы не перекрафчивать по 10 раз. Ладно, давайте на этом закончим. Мы побегали по данжикам, нашли лошадок, что, в принципе, хорошо. А в будущем нам надо еще что сделать? Нам надо найти газ. Наверное, я еще завалю босса парочку раз в Энди. Вот. Ну, не чисто ради опыта, а чисто ради кристаллов, чтобы сделать себе... Кстати, чтобы сделать себе броньку. А мы такую броньку еще даже не делали, получается, да? А мы такую броньку-то и не делали никогда. Да? Угу. Кстати, а где у нас блок? Вот, на тебе оранжевую керамику. Мы не делали, получается, из этого у нас делается только вот эта хрень, блок, на котором можно прыгать, и вот эта сопля. Она нужна для ничего. Правильно, все правильно. А это для чего нужна штука? Тоже не для чего. Вообще красота. Так, а прожаренные плоды, из них как раз можно светопалочки делать, блоки и блоки, больше ничего. То есть плоды надо жарить, либо их есть, у тебя два варианта. Как бы, либо ты ешь обычными, либо ты ешь жареными. Так, это пока скинем, это мы сейчас пустим на фейерверки, кстати говоря. Так, а сколько у нас пороха? 17. Так, отражение меня не интересует. Меня интересует зачарование топовое. Прочность. Подводная ходьба. Нет, прочность. Да, прочность меня интересует. 64. Так, у нас уже, кстати... Вот я думаю, а нужна ли мне нахрен ферма криперов? Мы можем просто пробежаться по данжам и насобирать всего спокойно. Так, тут порохом не пахнет. Тут порохом...
Тоже не пахнет. Но здесь, кстати, куча железа и золота. А мы сейчас проверим. Нет, порох здесь есть. Где-то есть порох. А вот он, 64. Того у нас... Сколько? 64... Стак и 28 штук. Почти два стака. Куча золота, куча алмазов, куча алмазной всей фигни мы насобирали. Короче, у нас куча всего, и девать нам это, естественно, некуда. Ага, тут больше нету. Но у нас еще есть броники на прочность и на защиту. Мне есть... защита 4, а у нас максимум защита 3. То есть у нас сейчас в данжах будет встречаться броня... С уже прокачанной. То есть мы можем защиту 10 найти. Как вариант. И прочность 10. Ух, какая грязь будет, если мы это найдем. Ладно, давайте на этом заканчивать. Продолжим с вами уже в следующей серии. Не знаю, что там будет. Посмотрим, может быть, перестроечка вот тут базы. Я бы дом сносить не стал. Может быть, сделать бы маленький палисадничек. Фиг его знает. Не знаю, вот. Либо же я построю портал. И мы отправимся в первый... В наш мир. Как он там называется-то? Я уже забыл совсем. Короче, ладно, я потом вспомню. Как обычно, не рай, а как-то... А, сейчас я скажу, подождите-ка. Мы отправимся в... Та-та-та-та, сумеречный лес, во, все. Да, у меня же открыта вкладочка, чтобы по боссам посмотреть, чтобы не тупить там, не бегать по 500 лет. Да, мы отправимся в сумеречный лес и будем там фармить. Так, это что, стойка для брони, ботинки края, поножи края. А почему ботинки края и поножи края? Ух ты. Так, во-первых... Это вот косяк жесткий сейчас происходит. О, дабл косяк. Это жесть. Да уж. Ладно, давайте заканчивать. Мне надо дом отремонтировать, потому что я косячный малый. Очень косячный малый. Охренеть, я полдома. Взял дом, разобрал. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.